Добрый день, с вами канал Малорама. Новости сериала «Зимородок», второй сезон. В сети активно начали распространять информацию о том, что Афраз Арачоглу и Мэрт Рамазан-Демир высказали сценаристу свое нежелание, чтобы их герои Ферит и Сиран расстались и связали свою судьбу с другими персонажами, такими как Тарек и Пелин. Также ходит слух о том, что принято решение организовать повторную свадьбу Сейфер, раз актерам и зрителю так угодно. Во втором сезоне каст останется неизменным и его никто не покинет, по крайней мере пока. Незаконнорожденный внук Халиса Аги также появится в начале второго сезона. Но по поводу внука это вполне ожидаемо, ведь нужно, чтобы был интерес у зрителя. И харизматичный внук может этому помочь. И еще вспомним, что сами актеры Афраз Арачоглу и Мэрт Рамазан-Демир очень переживали за своих героев. Писатель и психиатр Гюльсарен Боджиоглу сама говорила, что актеры очень переживают за судьбу молодых людей Сиран и Ферита. Ну, конечно, психотерапевт сказала, что история, учитывая, что они хотят сделать не менее трех сезонов, будет удлиняться и будет наполнена огромным количеством приключений, и они стараются ее именно так показать, где-то временами преувеличивая ее, где-то продлевая чью-то сюжетную линию. И она сказала, что зритель в дальнейшем будет наблюдать за этими приключениями во втором сезоне. Но создатели учтут, что многие фанаты полюбили именно пару Сиран и Ферита. И она еще заявила, что это правдивая история, и в жизни существует такой Казым со своим Белясын и тетушка Хатуч, но также есть в истории и вымышленные персонажи, и это так задумано. Гюльсарен ранее говорила, что в реальности пара прошла терапию и сейчас они счастливы вместе. Но в недавнем интервью она решила запутать зрителя, чтобы сохранить интригу. И сказала, что поживем и увидим, куда нас приведет история Сиран и Ферита. А аккаунты по правдивым спойлерам в Твиттере утверждают, что сцена с выстрелом Ферита была не сном. Мы раньше тоже сначала думали, что это сон, но потом, думая обо всех фактах и учитывая, что сценарист любит параллели, он дал параллель Халиса и Софета и Тарека и Ферита с выстрелом, и как бы бумеранг вернулся спустя года на младшем поколении семьи Ихсанлы и Карханов. И выстрел Ферита – это не сон, а правда. Об этом заявлял и монтажер сериала, и журналистка Бирсен Атунташ. Съемки второго сезона, как заявили ранее, должны начаться в конце августа, чтобы иметь запас серий на новый сезон. А сам второй сезон сериала «Зимородок» по предварительной информации должен начаться 22 сентября на канале Star TV. Если будут изменения, мы обязательно сообщим. На этом на все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!